Почему проиграл? Что скажешь? Нездоровый образ жизни, отдыхаю постоянно с тёлками, трахаю, все. В жизнь нужно брать кайфом, а не работать на этой ебаной работе. То есть девушки, они тоже, это своеобразный вид спорта? Да, нужно в разные киски входить и по-разному кончать, чтобы организм удовлетворялся. Это цель моей миссии в этой жизни. Да, ну вот, а к вам вопрос, как к продюсеру, тренеру, все-таки вы ожидали другого, да? Да ничего, я другого не ожидал. Ну, 4 тренировки по 12 минут за месяц, ну, как бы. Главное участие. Уже неплохо. Вы знаете, я просто думаю, что нужно соревнования организовать для вас именно по сексу. По сексу, и тогда ты тут там точно станешь героем. Конечно, самая фишка, сейчас научился быстрому сквирту. Тёлка может кончить за 2 минуты. Могу доказать все, с удовольствием прям. Пыхтят, орут, и да прям сейчас могу, прям здесь. Тогда доказывай, мы уходим. Давай, доказывай, Пескун. Могу стать рачком. Давай. Ну прям надо сделать, это ты должен, ты сказал, ты сделай, что, пацаны. Смотри, если она согласится здесь... Так она уже согласилась, вон она уже, видишь, позу принимает. Смотрите, кто не верит, подойдите, палец мокрый, серьезно говорю. Не наебаю. Палец в пизде прям торчит. Точно, точно. Да, вот, реально, в пизде... Чё ты как крыса из-под тишка, блядь? Мне похуй, чё ты там. Я занимаюсь своими делами, кайфую в этой жизни. А ты работай. Вот она пизда охуенная, блядь. Сейчас я как уйду отсюда, блядь. Монгол! У каждого своя миссия, понимаешь, монгол? Тебе спортом, а Кирюхе женщина. Блядь, как я наслаждаюсь, мой мозг прям чувствует эту жизнь. Ёбаный в рот, я ж глаза закрыл, блядь. Алёночка, этот киска течет охуенно, да? Ай, блядь. Да, Кирилл, ты доказал, реально доказал. Пескун тоже молодец. Ты почувствовал, все, но не кончило, ладно. Провожаем нашего секс-героя. Провожаем Кирилла, руки-базуки, под ваши аплодисменты, друзья.